Унылые будни, скучная работа, повторяющийся изо дня в день жизненный алгоритм. Узнаете в этой схеме себя? Или вы себя уже потеряли? Очнитесь! Выход есть! UpX! Заходите на сайт, пополняете баланс, делаете ставку и наблюдаете, как она ежесекундно умножается до тех пор, пока не остановите процесс и не получите заработанное. Правда легко? Эту функцию можно поручить автомату. Желаете прямо сейчас получить весомый бонус-подарок? Тогда ныряйте по ссылке в описании, и бесплатная игра ваша. Заметьте, минимум рисков, а выиграть может каждый. Дайте друзей. Можете написать... Все на учебе, Эдик. На какой учебе, чуваки? Или едут с учебы. Учеба для лохов. Смотрите, у меня пиздатая клавиатура. Купил новую клаву. Йоу, клава, браво. Так, мое лицо. Ой, щет. Какой они красивый. Упала одна хуйнюшка. Давай покажем. Вот тут одна хуйнюшка уже упала. Бедняга. Марина, бедняга. Она ходила к своей подруге и делала ноготочки. И у нее упала одна хуйнюшка с одного ногтя. Получается, надо... О, некий Н, здорово! Некий Н, что, готовишься к батлу? Так, объясни ситуацию с берсерком. Ну, я знал, реально, я знал, что первый вопрос будет... Объясни ситуацию с пончиком. За сколько купил клаву? За 600 рублей. Мне сказали даже в магазине, что это говно. Клавиатура. И, так, типа, объясняю ситуацию с панчлайном, короче. Панчлайн не додал берсерку 100 тысяч. И привык не работать. Косточками. О, здорово, Александр Колпина. Блин, прикольно, что у Александра Колпина реально ник Александр Колпина. Ну, типа, у него написано КЛП, но это же Колпина имеется в виду. Чё там мне Кен написал? Со всей силы. И черную руку такую показал, такую. Черную руку. Да, типа, что он негр. Вот, друзья, короче, объясняю ситуацию с панчлайном из АБ. Точнее, с панчлайном и собакой из АБ. Как его зовут? Де Ниро. Де Ниро. Короче, Де Ниро не до... Ну, точнее, панчлайн заказал Антона из АБ. Ой, блядь. Короче, там запутанная ситуация, я уже даже сам не помню, что случилось. Давайте. Ну ладно, чё, я на самом деле просто хотел с вами пообщаться, узнать, как дела у моих дорогих подписчиков, как они проводят этот февральский день, что сегодня будут делать вечером, сегодня пятница. Вот мы сегодня... О, черная рука прямиком из казахского гетто. Мы сегодня будем, например, тусоваться у нас на хате, приедут всякие рэперы. У нас будет, ну, наверное, будет вечер обсуждения проблемы, которая нависла над ребятами, над нашими коллегами из «Сорвать на битах». О, пишет чел, нормально у тебя как? У меня нормально. Спасибо, что спросил. У меня все хорошо, вот сижу с Мариной Перевязкиной. Ну, надо меня снимать. С Мариной Перевязкиной написали новый трек. У нас будет фит с Ультрой Маришей. Вы, кто смотрит мои истории, видели... Как мы делаем? Моя подруга говорит, это будет хит. Это сначала была шутка, знаете, как бывает, короче. Это была просто шуточка. Это будет хит. А в итоге это переросло реально в трек. Я просто сел и написал куплет. 32 дня без курения. Красава, чувак. Я тебя отлично понимаю. Я кто? Тоже. Кто-то написал. Я не знаю, кто это. У тебя сколько? А у меня, ну, много. 8 дней. 9 же. Ну вот 9-й пошел. Спрашиваешь, Лиса на губе зависла? Не знаю, слушай. А видно, что ли? Что делать в Томске в пятницу? Сходить на Новособорную площадь. Не, в этот, как в клуб, в котором Валя работает. В театро. В театро, да. Даже Марина, прикиньте, уже была в Томске и была в театро. Да, мне там вопрос уже. Так. Как относишься к ситуации с Чейни? Ну, бля, ребята, слушайте, я вообще никак не отношусь, но я думаю, что пиздец, надо... ну, реально, правильная мысль, что надо сначала с двух сторон услышать проблему, а не делать выводы. Вот. Сегодня Дэн Чейни будет стримить, послушаем, что он скажет.
Чё, как тебе Исла в последнее время? Ты нормально, как обычно, типа, Исла де Муэрто. Обычный. Жук что-то написал. Жук. Сука. Да ничего, просто что-то написал, я Как не можно понял. отлистнуть? А, да? Так. Тусоваться с жуком, понятно. Фильм Биф смотрел? Нет, конечно, нахуй мне это надо, реально, чуваки, и вам не советую. Мне не нравится фильм Биф, но я его даже не видел. Но я читал, где-то в Твиттере кто-то написал, что это просто интервью нарезанное, где чуваки говорят там, вот, блядь, типа, это хип-хоп, это культура, это у нас в душе, это смысл жизни. И просто на 1,5 часа вот нарезка В всяких смысле, рэперов. на это в кино идти? Тогда, да, типа, ну рассосали они пиздец. Знаете, как это ну, преувеличено все как обычно. Надеюсь, со 140 никаких проблем нет. Да нет, а какие проблемы? О, кстати, чуваки, сегодня последний день продажи билетов по 500 рублей. Завтра будет стоить дороже. Так что быстрее переходите там по ссылочке, ну, в паблике и покупайте билеты, чуваки. Покупайте билеты, будет круто. Как тебе трек славы? Какой трек славы? Какой трек славы? Я не слышал. У него вышел новый трек? Чекни почту с битами на 140. О, чувак. О, Крэнк. Слушай, я чекну, я постараюсь. Я просто редко чекаю, пиздец. Я все время... Я помню, что я последние твои биты не успел скачать, по-моему. Мне пишут, что ебать ты красивый. Спасибо. Мне сегодня снилось, что у меня веснушки, прикинь. Александр Колпин спрашивает, когда ивент следующий? У Марины Веснушки. Слышали про ее сон? А еще она в прошлое возвращалась. Слушайте, ивент следующий 23 февраля, друзья. Вы где сейчас? В Питере или в Томске? Как погода у вас? В Кемерово -37. Ебать. Блять, жестко. Но я слышал, что в Томске столько же. Ваня, закрой рот, тебе воняет. А, короче, я в Питере. У нас погода -2 градуса. Это сравнительно тепло. Эдик, сегодня РНБ выйдет, не знаешь? Бля, я не знаю, но я что-то видел в интернете, что он в воскресенье выйдет. Вот. Потому что если выйдет, короче, сегодня, то его, ну, точно задизлайкают. Это же очевидная хуйня, да? Так, извинился бы перед Жиганом. Еще раз? Блядь, да, чуваки. Я бы попал во временную петлю, где мне приходится вечно извиняться перед Ромой Жиганом. На Эльбрусе -22, на охуенно тут. Но ты же не можешь сейчас быть на Эльбрусе, чувак. Где это вообще? Это же где-то за рубежом. Это Альпы? В Индии Альпы? Господи, Марина, это ты в прямом эфире сказала. Подожди. Альпы в Европе. А в Индии какие горы? Ну не в Индии, там, в Там смысле, же в Непале, Эльбрус. типа, этот, как его называют? Да, в смысле, Гималаи, вот. В Гималаи. Индии это Гималаи. Рыжий ап, разбань в группе Рому Митс. Я тебе еще до первого капа был, ты меня забанил за ссылку на ваш батл. Бля, чувак, во-первых, ты так общаешься невежливо. Какой тебе рыжий ап? Я для тебя Эдуард Евгеньевич. Вот, так что за такое панибратство, чувак, ты забанен навечно. Джомолунгма! Так Эльбрус-то где? Мы же не посмотрели. А, ты просто... Джомолунгма — это Эверест, другое название его. Ну так и все. А нам что надо? Эльбрус, ё-моё, А-а-а. Марина, нихуя, как блондинка себя ведет. Ой! Типа вот так. Эльбрус. Где? На Кавказе. А, это в России? Ну все. А, так это, блин, Это господи. Я стратовулкан. думал, Эльбрус. Что, доктор Кустиков, читай комменты. Я думал, Эльбрус это где-нибудь там, не знаю, О, а в Килиманджаро Америке. это в этом, в Южной Африке? А, нет, в Африке. Да. В Южной Африке. Я имею в виду, что там. Эдик, когда-нибудь приедешь в Бишкек? Бля, если концерт будет, то обязательно. А так просто нет. Пятигорск. Хуя ты энциклопедия. Да, парни, обращайтесь, я знаю вообще всю хуйню. Эльбрус, это рядом. Конец твоего дома. А, нихуя. А чё все тогда у нас катались на лыжах, не на Эльбрусе, а на Шерегеше? А, ну там до Шерегеша-то хуйню ехать из Томска. Чё думаете про Чейни? Бля, сегодня придумал пиздатый мем, короче, но...
Уважаемый Эдуард, не могли бы смириться с моим долбоебизмом и пощадить меня? Румис, отменив наказание паблики. Ну, не знаю, так уже можно задуматься, чувак. Короче, вот пускай он зайдет на следующий стрим, задонатит пятихатку и пишет: «Я тот самый чел, пожалуйста, разбаньте меня». И вот тогда мы его разбаним. Да мы же не такие меркантильные. Можешь сотку задонатить, и все. Тогда разбаним. Короче, сегодня придумал мем. Вот, про ситуацию с Дэном Чейни. Ну, просто я расскажу, я просто не стал его делать, потому что если я его сделаю, выложу, то все подумают, что я поддерживаю, короче, ну, сторону Берсерка и типа угораю. Ну, просто у меня возникла пиздатая картинка в голове. Да, и... я на самом деле тебе расскажу, что такого уже было на 20 000 раз по поводу этой ситуации. Ну, ладно, все тогда нахуй. Пиздец, чуваки, реально. Я хотел сделать картинку, типа, знаете, книжка для чайников, и там, типа, короче, как кинуть друга на 3 ляма для чайников. Вот, но оказывается, да. Ну, я еще подумал, реально, почему до сих пор такую хуйню не сделали. Я на 2 года назад такое видел. Да. Вот, такие дела. Ты поздравил вчера Мирона с ДР? Не, вообще, на самом деле, хотел, типа, но передумал. Я хотел написать в Твиттере просто: «Оксимирон, братуха, изнюхай». Просто Оксимирон, знаете, он мой кореш, реально. Мы с ним, ну, еще помню, в детстве угорали. Охуенно было. Ну, пиздец, Оксимирон-то уже старый, да, реально. Вот ему уже 34 года, пиздец, уже дряхлый старикашка. Не то, что я реально молодой парень, мне всего лишь еще 26 лет. Я просто реально, я сверкаю. Молодость, вот это, знаете, я как цветочек, который вырос, и вот его бутоны только-только начинают распускаться. Вот я вот такой вот, короче. Ты сел на кокос, это твой апельсиновый рай. Клево. Голосовалка в вопросах не стоит сотки. Ну все, ладно. Да я ж пошутил, чувак. Мы просто не разбаним тебя. Ну просто тогда не разбаним. Вот, а если бы ты понял, что я пошутил, то тогда бы разбанили. Твой следующий шаг. Так тебе ж 38, нет? Чувак, ты меня подловил. Нихуя, если бы я в 38 так же выглядел и был бы таким перспективным, был бы охуенно, да? Типа в 38 лет все еще перспективный. Сейчас взорву, чуваки. Вот еще. Сейчас альбом выпущу. О, кстати, да, в натуре, че я, пиздец. Я же почти альбом дописал, прикиньте. Я, короче, с апреля где-то решил, что буду писать альбом. И очень медленно его писал. Знаете, я вообще все время поражаюсь рэперам, которые, типа, что-то там говорят: «Знаешь, я над своим дерьмом работал. Я, знаешь, здесь нужно реально работать, чтобы у тебя что-то получилось. Я там сидел дома, закрывался и сидел, хуярил». Я вообще... я не понимаю. То есть, типа, что они делают, короче? Давайте подумаем. Они, короче, пишут текста долго. То есть, они садятся и там в неделю по строчечке пишут. Или что, типа? Или они очень долго записываются. Каждую там строчку перезаписывают, типа... Или они слишком долго сводят? Я просто не понимаю. Смотрите, мне кажется, так, вот как у меня получается. Я не так много работаю над рэпом. Я просто сажусь. Что такое? Ну все, уходи отсюда. Бесишь меня. Да скучный ты какой-то. Короче, я расскажу вам про методику Эдика Кингста, как Эдди Кингста пишет рэп. Вот если что, про себя говорю в третьем лице. Короче... Я сажусь писать текст и пишу его 2 часа. Ну, может, 3. И все. И он у меня полностью готов. Я ваш фанат, Эдуард, я рептилиан, репите, гоняю, задроченных сенхайзеров, все треки классные, только двигание дошел как-то. Все, чувак, ты достучался до моего сердца. Как тебя там зовут? Роман Миц? Я снимаю бан прямо сейчас. Так, участники... Блять, а как мне найти? Тут 500 с хуем человек забанено. Так. Может, Роман? Блин, бро. А как разбанить чувака? Черный список открыть и поиск сделать. А здесь нету поиска. А почему нет поиска? Потому что, блять, реально, вот как они могли не сделать поиск, нахуй? Вот это же просто пиздец. Надеюсь, ВКонтакте просто и... И ты чего? Со своей страницы забанен, да. Как я его... То есть, короче, я не могу найти чувака в поиске? 500 человек? А ты помнишь, когда я тебя забанил? Или, может, не я не один тут занимаюсь модерацией паблика?
Ну, я не знаю, но так искать будет пиздец. Короче. Как уложилось? Роман Миц. Давай поищу. Давай поищи. Ну, мне кажется, это снизу надо искать. Миц? Миц, да, три буквы. Мне кажется, что... он сказал, что год назад его забанили. Рома Миц, я ID свой скину. Ну, мы даже... ID не поможет, чувак. Даже если мы... Ну, найдем там, сейчас Марина поищет. 500 человек тут всего лишь. В начале сезона первого его забанили. Это давно было. Так это вообще в самый низ. Так я и говорю, надо снизу, типа, листать. Когда мы еще начинали всех только банить. Короче, вот, я пишу рэп. За что банишь обычно? Да за всякое. Ну, когда свои треки скидывают. Когда скидывают всякую левую хуйню. Вот, когда пишут отвратительные оскорбления, которые уже переходят все границы. Вот, то есть обсирать, конечно, можно. Но когда пишут просто... Уёбки ебаные, пошли нахуй, суки, отписка, типа. И чел по-прежнему подписан. Мы думаем, нахуя нам такой вообще зритель нужен, да? Да, я Ваню, когда пиарят, типа, себя в комментариях. Типа, вот, заходи на мою страничку, послушай мой трек. Да. О, помнишь вот этого чела? Нет. Мальчик маленький, который все на странице писал, как будто он там взрослых тёлок разводит. Нет, не помню. Реально? Да, да всех их не переветывает. Да, и в смысле, у него как типа паблик был, он скидывал переписки с тёлками, как он доёбывался. Ну, я не помню. Короче, я почти дописал альбом, вот, я хотел порадоваться. Вот все, что я говорил, там, я сажусь писать. Я вот, короче, вот я типа полгода нихуя не делал, а за последние две недели я вообще пиздец. Ну, прям, сделал больше, чем за полгода. Вот. Марина тоже... Рома Миц, давай. О, Эдик, ты его удалил сам. Ну да. А как его снять? В смысле? Разблокировать кнопочку. Капец, Марина реально такая блондинка. Чего, ну... тебе пепельницу можешь поменять еще, Эдик? Да, поменяй пепельницу. Напиздишься сейчас. Короче, чуваки. Почти дописал альбом. Вот такая новость. Но не знаю, как назвать его еще пока. Там получилось 7 треков. Вот мне надо еще на самом деле 2 записать. И все, я больше не буду записывать треки и придумывать на этот альбом. Все, что я придумаю, потом это уже пойдет дальше. Вот, надо еще 2 трека записать. И я думаю, что можно будет выпустить. Вот, это радость для моих фанатов. Есть же здесь мои фанаты, да? Или здесь только те, кто хочет узнать мое отношение к ситуации с Берсерком? У меня нет отношения к этому. Я аполит. Господи, что это ты открыла? Ну, этот мальчик маленький. О, ребят, спасибо, Марина, респект, лучше. Это Роман Миц. И типа его забанят через неделю опять, что он какой-нибудь говно. Так нет, да в смысле, он ссылку типа скинул. Короче, да, чуваки, хотите, чтобы вас разбанили, надо хвалить мое личное творчество. Он просто сказал, что он слушает красивую рептилию. Фанаты Диктатора тут. Ну ладно, тоже нормально, фанаты Диктатора должны обрадоваться, что у меня альбом. Есть задумка устроить батл Хантера Килла в качестве ивента. Друзья, давайте покончим с этим раз и навсегда. Больше никаких вот инцестов, типа как чел с первого сезона батлит с челом с первого сезона, не будет. Никогда. Ну, на 140 BPM. А, GoKilla. Это, по-моему, не настоящий. А может, и настоящий. GoKilla, здорово, если это ты настоящий. А если ты не настоящий, то все равно привет. Не настоящий GoKilla. Короче... Забудьте реально, блядь, первый сезон прошел уже, понимаете, уже прошел год. Больше года прошло с того момента, как мы провели финал на первый сезон. Хватит жить прошлым, пора жить настоящим. Делать вот эту хуйню, типа там, No Name против GoKilla или еще что-то, это все нахуй не надо. Участники с первого сезона будут участвовать по-любому, но они будут участвовать, ну, против там... Да. Мы живем настоящим, поэтому мы делаем Отто против Хаокайл. Да, Отто против Хаокайл, это мы в настоящем. Отто Хаокайл, кстати, нормальный батл, да, согласны? Уже почти 200 тысяч просмотров набрал, для нас это теперь нормально считается. Вот так и живем, ребята, 200 тысяч просмотров. Помню, заходил на страницу Руслана Соколовского, и у него там видосы по 300 тысяч набирали, и я просто такой, лох, типа... Сейчас думаю, о, Исла с Кири, 350 тысяч за месяц. Сытнёха. Да не, я на самом деле, конечно, так не думаю. Я думаю, типа, ребята, хули вы не смотрите, это батл охуенный. Вот просто прикинь,
как люди обламываются, даже сами не подозревая. Они просто живут. Они себя лишают. На канале уже больше месяца лежит охуительный батл. Просто топ, реально. Топ батл рэпа под биты, нахуй. Да и в целом вообще. Топчик. Просто, вот знаешь, такими батлами делается судьба проекта. Что скажете, народ? Вот. А просто чуваки даже не смотрят. И, ну, как бы, отказывают себе в таком удовольствии. Это как будто, я не знаю, типа... Не хавать сладости никогда в жизни, просто никогда. Ходить мимо магазинов, и там сникерсы, там, Milky Way, думать, блять, нахуй, типа, говно, сладости сдулись. А потому что просто съел пару невкусных шоколадок как-то, типа, дешманских, и сделал выводы по всем сладостям. Вот, которые новые, типа, из Хачмагазов по 12 рублей. Да, по 12 рублей. Скалывал немножко импульса и подумал, блядь, что-то, короче, хуйня, шоколад, короче, все уже, сдулся. Нет, вот раньше шоколад делали пиздатый. Эдик задрал, залил же кого-нибудь под бит, жду тебя на батле, ёпто. Да слушайте, ну, блядь, батлы это как бы такое, я не люблю батлы. Я не люблю батлы. Батлы сдулись. Короче, на самом деле... У меня есть план забатлить без бита. Я хочу вернуться в игру. Но я еще не знаю с кем. Хочу с каким-нибудь уебаном забатлить. Но не с бездарным. Чтобы можно было похуяриться. А не так, что просто я забатлил с каким-то лохом. И его в нулину разъебал. И мне потом сказали, ну и хули ты. Типа реально, че ты радуешься, короче, победе. Если этот чел просто жалкое ничтожество. Так, кто будет в финале? Ой, не знаю, мне самому очень интересно, но у меня, ну как бы, да короче, хуй знает, забейте, кто-нибудь да будет в финале. В финале Верса, может? Финал Верса. Что, может, а спойлернем им этапы, да? Мы же знаем, кто, ну, кто выиграл на Версе. Давай, короче. Да ладно, я даже не знаю, я даже не интересовался. Почему на Кубок МЦ не пошел? Я живу в Санкт-Петербурге. Да. Го со Всячим. О, мы со Всячим год или сколько вместе жили в одной хате. Будем читать там. Ты не выкидывал мусор. Типа, оставлял очистки, блядь, рядом с раковиной. А он будет читать. Ты все время накуривался и страдал хуйней всякой. А я скажу, ну да, и чё? Ну и ладно. Так. Почему пишут батли под бит? Бред же. Го-финал, ты против Ислы. А я ж подавал заявку, можно так ворваться в сезон. Некий возьмет сезон. Вполне возможно. У меня нос что-то чешется в последнее время, вот тут чешется, короче. И вот тут. Может, тут. Я простуда? Я не знаю, но вот иногда вот тут чешется. Как думаете, это простуда или просто чешется нос, ему? Че букера так разнесло, пишет чувак. Да не знаю. Нормально, по-моему. Не, ну разнесло, не то слово человека, но как бы, а чё такого? Человек живет, питается хорошо, любит выпить. Чего никто не спрашивает, что Антона Забе так разнесло, да? Никто не заметил, как он реально превратился в маленького бочонка. На РБЛ Лиг Ван против кого-нибудь капельно. Бля, чувак, давай, короче, коню мне неси. Букер толстый стал. Раздражение, возможно, чувак пишет. Блин, слушай, а ты дерматолог? Можно посмотреть. А он-то у меня это, да. У меня еще всякие есть, думаю, штуки. Может, если ты дерматолог, можно списаться в директе. Я тебе буду скидывать фотки, ты мне будешь говорить, ну, это хуйня, это венеричка. Фотки члена будешь кидать? Да, буду кидать фотки хуя чуваку левому. А прикинь, реально он так скажет, да, я дерматолог, я буду писать. А он будет из головы-то писать. Как вот этот чел читал в новостях про типа, который в психушке отлежал там что-то 15 лет. И потом это... Убил ритуально своего друга. Да, типа он, короче, считал, что он вампир в 16 лет. И своего одноклассника выпил кровь. И убил его, соответственно, и расчленил. И его, короче, положили в психушку. И он оттуда вышел через много-много лет, уже будучи там 30-летним типом. И он где-то купил, короче, фейковый диплом о том, что он врач. И работал в больнице терапевтом. И его вообще случайно там спалил какой-то... Его бывший психиатр на медицинском форуме спалил фотку этого чела и такой, типа...
Это же, блядь, пьёбанный псих. Вот, к чему я это говорю? Это как из сериала. А, это как вот из... Как тут чел будет делать? Из какого сериала? Ну, просто история, как будто сериала нужно протеснить. Ну да. Ну вообще, прикиньте, я вот, короче, думал... Вот этот тип, который расчленил своего друга и потом устроился врачом, это же реально охуеть. Ну, типа, он же реально... Прикиньте, он ходил такой, там у него, ну, в палатах люди лежат, он такой приходил, так задумчиво подбородок потирал. Ему говорит, вот у меня, короче, здесь живот болит, и здесь еще в боку что-то колет. Он такой, у вас вот эта хуйня, вы умрете через несколько лет. Я не знаю, ну, типа, он развлекался, он постоянно развлекался. Как тебе загубный Майк? Не жалеешь, что не взяли его в первый сезон? Нет. Не жалею. В порядке загубный Майк хуярит. Но я на одном из стримов уже высказывался, что, на мой взгляд, он пиздатый МС, но не очень батл МС. Набинабат пишет, что у тебя за мобила Гуф? У меня? Это Маринина мобила. Это не моя мобила. Ну ладно, это моя мобила. Это Honor Huawei. Huawei, я не знаю. О, Набинабат, кстати, я, короче, здесь трек написал, и там, типа, я использовал рифму на Набинабат. Я вот думал, по-любому же уже было, да, или у тебя, или у твоих оппонентов, типа, я на бит напал, как Набинабат. Вот. Хотя, бля, зачем я спросил, лучше б я не знал, и что это баян. Ну, у тебя уже второй раз про Набинабат. Да, Набинабат, я неймдроплю тебя в своих треках. Может быть, я вырасту, когда стану взрослым, стану большой звездой в рэпе, и ты хайпанешь за счет вот этого. Прикинь, вот это будет твой звездный час. Mm-hmm. Вот если бы Оксимирон сказал Набинабат, все бы сразу такие декодить, сразу на Википедию, типа, что такое Набинабат? А заходят, а там нихуя нет в Википедии. Они будут думать, Набинабат это, наверное, какой-то древнегреческий монстр из там мифологии, типа какой-нибудь трехглавый змей, который что-нибудь там охранял. Нет, не было, было только не виноват. Так это же я придумал. Не виноват. Он сказал, что такого не было. В смысле, реально, такого не было? Это же, блядь, самое банальное, что можно сказать. Я на бит напал, как на Бинабат. Это же типа вот, это должен быть твой девиз по жизни, так, чувак. Так а не виноват же тоже у тебя было как раз когда ты первый раз. Ну да, но это хуйня, это такая рифма, что ее можно дохуя раз использовать. Потому что это, ну типа, это не такая рифма. А что там у тебя было, ты скажи? Я легенда, как на Бинабат, и я в этом, правда, виноват. В жизни беды как-то миновал, девиз все время, just don't give a fuck. Девиз все время там, оказывается, был все это время. Девиз по жизни? Девиз все время был... А, думала, девиз там, короче, время. Полнострочная рифма. Поняли? Там не просто наконец, там типа «Я легенда, как на Бинабад». И я в этом, правда, виноват в жизни. Беды как-то... Ну, не полнострочно там, но такая, типа, нормально там, короче, рифмуется слов. Рыжий ты дрочер Мирона. Окей. Антихайп. Хохол из Аквахомы рифмует на глаголы. Чё, опять какой-то чел пишет? Не жалеешь, что не взяли Загубного в первый сезон? Откуда у Загубного Майка так резко появились фанаты, реально? Чё за бред? У меня тоже Хонор, красава. Слушай, Набинабат, я недавно видел, короче... Эти, как его, путевки в Прагу, там вообще всего 13 тысяч, типа, на 5 дней можно поехать. Вот, ты же там где-то живешь, да? Мы, если приедем с Мариной, устроишь нам там? Ну, там покажешь нам, чё, где, кого там. Где, чё происходит. Не в смысле церкви всякие ебаные старые, которые, на которые мне просто похуй. А на, ну, какие-нибудь там, знаешь, типа, что там вообще у молодежи происходит веселого. А, я понял, это уже начинается рофл про загубленного Майка. Когда батл Оксимирон и Женебой на 40 VM? Блядь, да вообще, я бы с удовольствием такую хуйню устроил. Набинабат гофит, мне 16 лет. Вон, этот чел уже третий раз пишет про загубного Майк, что его не взяли. Некий Эн Айрон, когда... Слушайте, либо на этой неделе, либо на следующей. Мы же никогда не спойлерим, ну, почти никогда, очень редко спойлерим, какой батл за каким выходит. Вот. Короче, осталось два батла. Знаете, такие неоднозначные батлы. Я вот
звук послушал. О, ну и вообще, это было же самое спорное судейство на обоих батлах в Натусах. Да, это будет самое спорное судейство. Вот я вам такие спойлеры кидаю. Будет спорное судейство, будете говорить, ну хуй знает, кто там выиграл в обоих батлах. Ну, потому что и подготовка тоже. Помнишь, ты продавал майк и выставлял его в сторис за 9к вроде? Чё за майк? Это был Rod USB. О, там какие-то московские челики купили, группа прям какая-то московская. Да, с какие-то чуваки себе купили. Да, типа NT-USB, он, короче, и к нему не нужна была звуковуха, его просто можно было через USB вставлять в комп и записываться, вот. Ну, типа, для демок самое то, а вообще, чтобы альбом придумывать, ну, это я, наверное, борщинул на него записывать целый альбом. Вот, но сейчас я купил пиздатый микрофон. О, хотите, я вам вообще покажу свою хоум-студию, да? Это типа хоум-студио сэшн, показ. Нормально? Хоум-сэшн студия, друзья, смотрите. Это моя звуковуха. Руси ДМР, ты пишет, USB лучше ли со звуковухой? Конечно, звуковухой. Вот надо купить звуковуху. Но не обязательно такую, любую. Где, ну, типа, вообще, по мне так... Я просто не шарю. Ну, вот раньше у меня была звуковуха M-Audio, которая постоянно хрипела. Пиздец, она постоянно просто хрипела. А вот это иногда чуть-чуть похрипывает, незаметно даже. Вот. Главное, чтобы было фантомное питание. Вот это залупа. Что я наделал? Подождите, а я же ее никогда не включаю. А, потому что есть вот эта хуйня. И в нем уже есть свое питание. Короче, смотрите, я объясняю. Это моя звуковуха. USB M-Audio. В порядке такая, нормальная. Ну, средняя, ну, типа, пойдет. Я вообще реально, мне похуй. Вот, это, короче, лампа. Ламповый предусилитель, который идет в наборе к микрофону. Этот микрофон я купил у... Как его зовут? Я не помню уже этого чувака. Этот Fallen MC. Вон, смотрите, Марина, нельзя ее снимать вживую, буду снимать ее фотографии. Это знаешь, какой-то челлендж, типа, смотрите, вот, как красивая. На фотке и как выглядит, типа, в жизни. Да. Вот, смотрите, какая Марина красивая. Вон я ей там написал всякие, как я ее там люблю. Не видно, да? Вон, это все разные варианты, как можно назвать Марину. Бикса, клуша, барышня, подруга, мадам, леди, дева, любовь, гусыня. Я сама написала гусыня. Да? Да. Так это же я тебя так называю. Ты забыл, я добавил. Вот. Короче, вообще эта конструкция, это моя ширма. Опа, демку включишь снова альбома. Не, парни, слушайте, у меня еще никакие, ну, треки не сведены. Я не хочу показывать несведенные треки. Хочу показать уже пиздато звучащие треки, чтобы никому не портили впечатление. Да, сейчас. Сейчас, друзья. Перестань на меня камеру наводить, какого хрена. Короче, вот, смотрите, это я со своим отцом. Я украл эту фотографию семейного фотоальбома, когда был в Томске. Вот. Это я маленький со своим батей. Так, или продолжишь отмалчиваться? Блять, так я же, короче, не читаю, что тут писано. Что Биберсерк скажешь, или будешь молчать? Ой, чувак, я уже все сказал. Реально, я сказал, что мне вообще похуй. Ох. Так, смотрите. Вот здесь у меня маленькая комната. Это ширма, которую я обклеил поролоном, и здесь у меня пиздатый майк стоит. Вот. Сейчас будет много шуток про низкую стойку. Вот. А так, в принципе, вот такая вот у меня домашняя студия. И я, короче, записываюсь всегда один. То есть я, короче, беру, такое вот тут, открываю программу, типа, ну, включаю, и такой быстро сюда, такой бегу, и мне надо быстро успеть записаться. И это не очень удобно, на самом деле, потому что иногда, короче, ну, мне надо там переписать какой-то тейк, и я просто написал там пиздатый тейк, и, например, завафлил там просто, ну... Два слова в одной строчке. Я думаю, ну, типа, хули я буду перезаписывать всю, весь тейк, если я могу просто перезаписать вот эти два слова. И я, короче, типа,
Ну, и у меня не получается, короче. И я из-за этого два слова включаю, вырубаю, туда-сюда бегаю. Это меня пиздец очень раздражает. И я уже такой думаю, блядь, поскорее бы дописать этот трек вонючий. Вот. Эдик, будешь сегодня рифмобеса с Чейни смотреть? Да, конечно буду. Мне очень интересно, я люблю всякое грязное белье. Так, микрофон от Бинома, да. Да, на Бинобат. Спрашивает у меня чувак, ты в маму рыжий? Нет, в собаку свою. Панч! Слушайте, я не знаю, в кого я такой рыжий, я уже рассказывал, наверное, тоже. Типа, рыжий ген, он рецессивный, да? Вот, такое слово есть. Он не доминантный, он рецессивный, передается через поколение. Вот, у меня кто-то был рыжий когда-то, но не мои родители. Вот. Ну и не бабушка и дедушка, да. Вот. Так я показал микро, чувак. Дурнев вышел. О, Дурнев. Смотрите Дурнева. Мне нравится. Так. Вот поэтому ты такой худенький. Почему? Почему? Почему я худенький? Я бы не сказал, что я прям пиздец худ. Ну, ты вообще-то для своего роста, мне кажется, нормально весишь. Ну, я да. Ну да, и чё? Ну, я, короче, даже я бы сказал, что я склонный к полноте стал. Ну, возрастное. Раньше вот я был пиздец худой. А сейчас я прям... Вот я, короче, стараюсь там что-то заниматься, что-то делать, за питанием следить. А если я не буду следить, я думаю, мне год-два дай, я буду уже на Букера похож. Ну, не на Букера, на ЗБ стану похож. Буду сидеть в батлы смотреть на стримах. У бати не было вопросов по этому поводу. Да, это тоже смешно. Это всегда, вот это всегда говорят. Сосед был рыжий, ха-ха-ха. Вот. Да не, его похож с отцом очень сильно. Ты больше на отца похож, чем на него. Блин, не говори так. Мама, я вчера с мамой по телефону говорила, и она мне сказала, вот ты же больше на меня похож, да? Скажи. Ну, у вас с мамой одинаково, и с Артуром. Ну, вообще из-за бороды не видно, что у нас еще нижняя часть лица, челюсть еще тоже похожа. Да, но я маленький был, больше был похож на маму, а сейчас у меня стали глаза, ну, я вырос, и у меня глаза, как у отца. Вот. У меня отец пиздатый, живет в Израиле. Вот. Пишет стихи. Вот. Хотите, вам какой-нибудь стих отца зачитаю? Почему нет, да? Вон тот пиздатый, например. Сложно, да нет, кого там выкупаемый? Я могу сразу протиколить. Ну, давайте. Если хотите, чтобы я прочитал вам стихотворение отца, ебаните лайкосов на эту трансляшку. Какая? Да просто так, ради примера. Один такой лайк, знаешь, как пукнул кто-то такой, пфф, и вылетел. Надо, чтобы было прям, знаете, пфф. Худенький, потому что бегаешь туда-сюда, два слова переписывать. Угарно. О, лайки полетели. Блин, слушай, ну вообще много прям лайков. Ну ладно, все, давайте я вам прочитаю стихотворение своего отца. Оно, правда, написано лет уже 20, может даже это. Можешь зайти в мои переписки и написать чудной разговор? Вот, открой, где отец пишет. Все. Короче, послушайте. Стихотворение, короче. Только не торопись, не читай быстро. Эдик, ты самый лучший, твои панчи самые невероятные, это как таблетку под язык и в кишку. Прикольно. Так, ладно, слушайте стихотворение, я его наизусть не помню, но когда мне, кстати, было 4 годика, я его в садике рассказывал наизусть. Ужас, там все выпали, наверное. Я сотворенный в понедельник, укрыт 13-м числом. Это он имеет в виду, что он родился 13 числа в понедельник. Просто так. Укрыт 13 числом. Не хулиган и не бездельник. Любитель праздности при том. Я помню, как при сотворении меня мой ангел посетил. И мне, отдав благословение, он тайну некую открыл. Сказав, язык, увы, не сложность. Ведь души ангелов поймут. Есть у тебя одна возможность. Дорогу выправить свою. Пройти по жизни без затеи. Кусочек свой не отдавать. И все безумные идеи тебя не будут занимать. Летать не сможешь,
Это точно. Да и зачем тебе летать? Гораздо выгоднее прочно ногами на земле стоять. Но есть дорога и другая. И коли ты по ней пойдешь, уж верно не увидишь рая, но что-то большее найдешь. Способен будешь с удивлением смотреть вокруг себя порой. Подвержен будешь ты сомнениям, страстях, забудешь ты покой. Ты подниматься к звездам будешь, а после падать и ползти. Дитя, послушай, ты забудешь про отдых на своем пути. Ты просто будешь вне потока. И даже если засосет, тебе так будет одиноко, что вряд ли кто тебя спасет. Но вот увидишь ты за это все краски утренних лесов, и слышать будешь шепот ветра и звуки птичьих голосов. Я был испуган сим рассказом, спросил его, зачем он мне, но ангел мой бесцветным газом, вздохнув, растаял в тишине. Вот, разъебал, пишут. Чуваки, как вам стихотворение отца? Если нравится, поставьте лайк. Ебаните лайкосов на трансляшку. Так объясни. Короче, ну а что тут декодить, мне кажется, вообще все понятно. Мой отец пишет про то, вот, мой отец, он же как бы типа поэт, да, короче, у него творческая натура, творческая душа, и люди вообще в принципе, мне кажется, ну, они делятся по разным признакам, это тоже один из признаков, в котором можно поделить людей на вот творческую натуру и нетворческую натуру, вот, и, короче, так, для садика сильно в том плане, что в садике все охуели. Да, блин, я помню, воспитательницы прям слушали, такие, ебать. Короче, суть в том, что он говорит про то, что перед тем, как родиться, к нему пришел ангел и спросил его, ты хочешь быть творческим чуваком или не творческим? То есть в плане, что вот если ты будешь не творческий, ты в плане будешь, ну, тупой, да, так скажем. Если ты не творческий, то ты тупой человек, короче, и живешь зря. Вот, и, короче, и ты будешь, короче, ну, по жизни там все будет у тебя в порядке, будешь, знаешь, смотреть там телек, короче, не париться, вот. А, ну, и будешь не париться реально. А если ты, короче, будешь творческим, то ты, с одной стороны, у тебя будет реально возможность видеть, ну, подмечать такие тонкие моменты, знаете, чувствовать жизнь гораздо более глубже. Но в то же время ты будешь охуевать и вечно будешь экзистенциональными вот этими вопросами забит, типа, вот почему все так, почему мы так живем, почему, откуда человек появился, в чем смысл жизни, есть ли Бог или его нет, вот. И как бы мой отец, он в этом стихотворении не делает выбора явного, да, но потому что, то есть он не говорит, давай вот так вот, буду вот таким. Нет, потому что, мне кажется, это в принципе, если бы давался такой выбор, то он определенно очевиден. Вот, потому что зачем жить вообще как тупое быдло, да? Правильно же, да? Марин, ты должен сказать «да». Кто, плюс кто не творческий, то животное, типа, ест, спит. Ну да, живет, типа, зря. Не, ну творчество это как бы понятие широкое. Я не говорю, что все должны песни сочинять и рисовать картины, писать книги, а все нахуй остальные идут. Творчество, оно же во всем, типа, там, ну, в науке творчество есть, изобретение, короче. Вот, можно быть инженером творческим, там, короче, там, ну, да хуя че, можно, вот, можно в любой работе, на самом деле, прикладывать творчество, типа, да, там, в готовке, вот, но, а можно жить просто исполнителем и делать там по инструкции, короче, вот, и хуи сосать, вот, про это стихотворение моего отца. Го-эфир проведем, все тебе поясню. Че ты мне пояснишь, чувак? Что ты мне пояснишь? По поводу чего? На каком уровне ты общаешься с чуваками со 140? И общаешься ли вообще? Ну как, я не могу не общаться. О, ни хрена, Минздрав Украины хочет... Да, это я читал уже. Минздрав Украины хочет легализовать марихуану в медицинских целях. Это всегда первый шаг. Сначала они хотят легализовать марихуану, но сначала они декриминализуют, потом легализуют в медицинских целях, а потом они легализуют просто уже как пиво в магазине, продается также марихуана. Да, будет угарно реально, если типа Украина легализует марихуану, а мы тут все еще будем в средневековье ракеты строить, блядь, ядерные. Короче, самые лучшие стихи у Паши Техника.
Блин, сбился с мысли. А что я говорил до этого, не помнишь? Ты меня не слушаешь? Да, Марине надоела моя трансляция. Ну ладно, ребята, пообщались немного. Я, наверное, пойду. А, блин, чел сказал, что мы общаемся, не общаемся. Слушайте, ну с некоторыми я вообще общаюсь. Вон, диктатор сегодня ко мне в гости должен заехать. Вот. А чуваки с нового сезона, они все в других городах живут. Нету никого в Питере, и как-то мы пересекаемся только на ивенте. Мне даже обидно, всегда, ну, на тусе я думаю, блин, ребята со второго сезона, надо их поближе узнать, с ними пообщаться, как-то потусить. Но после ивента как-то вообще не хочется уже особо тусить, и еду домой спать. В смысле, все же тоже тусить? Ну да, но мы все равно, мы же не можем всех взять, типа, да? Мы едем в гости, и нас едут, ну там команда, типа. Мало человек, вот. Надо будет по-любому потусить, чуваки. Стопудо. В средневековье курить обычные сиги. Все еще привыкнуть не могу. Ладно, ребят, я тоже не могу ни к чему привыкнуть. Приходится привыкать. Вот, все, всех люблю, всех целую, ждите мой альбом. Я думаю, что еще в течение недели я допишу оставшиеся треки. Где-то, ну, где-то месяц, наверное, я буду сводить. Плюс еще там залить на все площадки. Ну, короче, я думаю... Ну, короче, можно сказать точно, что в марте уже точно мой альбом будет. Не знаю, успею я до конца этого месяца. Вряд ли. Но, короче, альбом уже вот-вот уже почти готов. Все будет очень круто, чуваки. Мой альбом будет охуенный. Вот. Такой спойлер вам. Ну, мне, по крайней мере, нравится. Не знаю, вам понравится или нет, но должен понравиться. Вот, ладно, все, всем пока, всем айо, чик-чик.